птице кусок хлеба занесли с кормушки, видать. Видно, что поклеванный, надо отнести им обратно. А вообще трава... Спасибо, что сфокусировался. Трава растет с огромной скоростью на дожде. На дожди. Поэтому косить приходится буквально каждые 3-4 дня. Очень люблю косить траву. Такой аккуратный вид потом сразу у сада. Вот такая дорожка остается, свежевыкошенная. Вечереет. Небо такое с дырками. Глаза, что ли? Что-то уставился на меня. А у соседей тем временем целый день идет. Кипит работа. Обновляют фасад дома. Становится по-современному и красиво. Пошли косить дальше, пока эти глаза не пролились очередными дождевыми слезами. Что-то уж очень они так подозрительно на меня смотрят. Хочу с вами посоветоваться и поделиться одной своей проблемой. Вот эта проблема, видите? Это еще не сильно много, но это уже новые, которые выросли за сегодня, потому что вчера я здесь собрала целую мисочку вот таких вот гадских поганок. Что делать, как их выводить с газона? Я не знаю, я пробовала их побрызгать противогрибковыми препаратами, когда брызгала остальной сад, но это ничего не дало. Каждый день вылазят какие-то новые грибы. Вот, урожай за сегодня. А вчера прямо-таки была целая мисочка, и такие крупные. Видите, газончик подстриженный. Дорожки такие стриженные остались. Но завтра уже их видно не будет. Они буквально за ночь все это сгладится. Представляете, пока стригла вот этот маленький газончик, увидела вот... Капец! Что это такое? Что это за напасть такая на мой сад? Кто знает, как вывести эти грибы мерзкие? Расскажите, пожалуйста. Я прямо реально очень расстроена. Сейчас я буду выковыривать это все, эту мерзость. Она растет прямо, смотрите, из-под лутросила. И тут целая грибница. И я знаю, ого, ничего себе, что-то внутри еще делается. Они лезут и лезут. Вот. Если приподнять лутросил, то прямо там целая их куча. Из-под него они лезут наружу. Вот, нашли себе проход и лезут. Дорогие мои зрители, расскажите мне, как бороться с этой напастью, потому что это же просто невозможно. И я разгребла лутросил, разрезала его немножко, и я реально в шоке. Посмотрите, что творится. Эти грибы, они подперли с собой несчастный можжевельник. И прут, и прут. Кошмар какой-то. Просто вызываю к вам. Расскажите, как бороться с этой напастью. Сейчас я постараюсь их как-то отсюда извлечь. Постараться их как-то вот подкопать, что ли. Со слоем земли вместе, но я понимаю, что это не вариант, они будут расти снова. Это же грибница, она нарастает и нарастает со страшной скоростью. Ой, расстроилась я. Так что, если кто знает, как бороться, расскажите мне, потому что ну, не будет мне покоя теперь. Да. Ну все, вот такой вот сос. Сос из моего сада.
Видите, какой урожай собрала? Пол ведра, если вместе с землей. Вот смотрите, я здесь все вычистила, старалась со слоем земли. И вот думаю, не буду пока закрывать обратно лутросилом, потому что вот насколько мне подсказывает моя интуиция, я же вообще в грибах не спец. Насколько мне... Ой, вот там еще есть. Ай-яй-яй, как глубоко. Еще нашла. Насколько мне подсказывает моя интуиция, грибы-то растут в темноте, а если им сделать наоборот светло, и тут будет прогревать, и солнце будет светить, может быть, как-то грибница и уйдет отсюда. Сейчас надо еще вот тут расковырять все. Так что, друзья, если вы знаете, давайте мне любые-любые советы. Очень-очень нуждаюсь в советах. Смотрите, подлезла лопаткой вовнутрь, и сколько вытащила еще. Я думала, что это уже конец, а они там где-то сидят. Вот там, прямо внутри. Ой, какой ужас просто. У меня нет слов. Нет слов. Я в шоке. Хотя сама не люблю это выражение, но это вот реально мои ощущения сейчас. Вот уже и вечереет. Тут становится уже совсем темно. Мне даже пришлось включить фонарик. Вот посмотрите, все это разрыло, и все это пространство было заполнено грибами. Все вот это пространство. Можжевельничек совсем маленький. Вот он, как две моих ладошки. И грибы его вообще забили. Короче, оставлю я вот так вот. Не буду закрывать обратно. Понаблюдаю. Но вот были бы еще съедобные грибы, какие-нибудь там сыроежки или что там такое мелкое бывает. Я же в грибах не спец. Так еще не так обидно. Но голимые поганки.